Заходите. С сегодняшнего дня жители края могут выбрать любой удобный для себя избирательный участок для голосования 9 сентября. В регионе начался прием заявлений от граждан, желающих принять участие в выборах губернатора по месту фактического нахождения. Это можно сделать лично с 25 июля по 5 сентября в любой территориальной избирательной комиссии, либо через филиалы многофункциональных центров, либо онлайн через портал госуслуг. А с 29 августа по 5 сентября в любой участковой избирательной комиссии Алтайского края. Механизм «Мобильный избиратель» действует на территории всего края. Он предполагает подачу заявления от гражданина, который не сможет проголосовать на участке по месту регистрации. Для этого нужен только паспорт. Выбрать избирательный участок можно любой, но только один раз.